Что-то у вас, Николай Юрьевич, нашивки меняют. Стокарев, бар, стол, укроп. Крепан, стол, укроп. А там укроп. А вам какая? Вы какую себе предпочитаете? Я предпочитаю пока майор запаса. А когда призовут, одену ту форму, которая нужна. А какая нужна? А какая нужна? Какая такая? Призвать? Да. Я могу обратиться с ходатайством. Я сначала Вилку Александра назовите, Колесник, а потом меня. Когда пойдет Колесник? Колесника или Колесник? Колесник. 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 Колесник и так у нас в АТО побывал неоднократное количество раз. Если быть откровенным. Итак, уважаемые друзья, насколько я понимаю, здесь у нас пресса и общественная организация. Правильно, да? Кто пресса, кто общественная организация? Ну просто, чтобы хотя бы поднять. То есть, вот, пресса, да? Ну, я понимаю, можно быть и в одном месте. Ну, смотрите, о чем я хотел поговорить с вами и вообще как-то довести до вашего сведения, в чем была цель рабочего визита. То есть, я специально вышел как-то из отпуска на один день и вернулся к исполнению обязанностей заместителя председателя областной государственной администрации по той причине, что нужно готовиться к будущим парламентским выборам, а в областной государственной администрации Днепропетровской области есть не совсем хорошие сигналы по городу Кривому Рогу, поэтому мы собирали рабочее совещание с руководителями города, с районными советами, с правоохранителями. Также я встречался с бюджетниками, врачами, светянами на предмет того, чтобы мы максимальным образом исключили возможные злоупотребления, по поводу которых есть сигналы в областной государственной администрации. И в том числе у меня большая просьба к вам, как общественным организациям, как активным людям, в том числе к прессе, чтобы вы эти вопросы взяли максимально под свой общественный контроль и довели до сведения приворожан все о том, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Ну, первое, что мы все-таки пытаемся продекларировать и довести до логического конца, о том, что на этих выборах в парламент для всех участников избирательного процесса должны быть равны. К сожалению, у нас поступают сигналы почему-то именно по городу Кривому Рогу, а также по другим районам, где баллотируются кандидаты в депутаты оппозиционного блока, а также нигде самого движения, в том, что планируется подкуп избирателей, вернее, не планируется, а осуществляется напрямую, то есть запущены соответствующие схемы. Ну, могу сказать, что они незаконные, но они как бы на грани пола, по большому счету. То есть формируются сети, так называемые десятники, сотники. Людям предлагают показать паспорт, дают 100 гривен до, 200, после. Ну, схемы могут быть разные, разные схемы как бы оплаты. Но суть такова, что этот не совсем хороший факт имеет место быть, в первую очередь по городу. Поэтому я бы очень вас просил, в том числе донести до знакомых, сложиться в коллег и до жителей города Кривого Рога о том, что в случае, если это будет продолжаться и будут документально подтвержденные факты, люди, которые в этом принимают участие, после выборов понесут установленные законом ответственность. Как бы доказать сложно, но я думаю, что есть соответствующие как бы возможности и у правоохранительных органов, то ведется соответствующая оперативная работа, и кто думает, что это как бы сойдет в круг, то на самом деле мы будем ошибаться. И в том числе руководителям города, руководителям бюджетных организаций, я сказал о том, что выборы проходят, выборы заканчиваются, но вы все должны понимать, что страна стала другая, и 2005 года не будет. Поэтому кого-то поймают, то может просто понести ответственность, предусмотрено действующее законодательство. Это первый как бы, месседж.
Второй месседж, который я доводил до сведения руководства, и в том числе хотел бы вам рассказать, и чтобы вы тоже довели это до сведения горожан, ваших друзей, знакомых и служебцев, это то, что у нас есть неоднократные сведения, информация, данные о том, что на предприятии горно-металлургического комплекса, в том числе ведется работа по поводу того, правовозглавляя оппозиционный блок, сфотографируй на мобильный телефон и покажи билетики. Если ты этого не сделаешь, будешь уволен, лишен там надбавки и прочее, прочее, прочее. Это в действительности безобразие. И опять же, я бы хотел, чтобы вы услышали нас, руководители предприятий, руководители соответствующих структурных подразделений, что, естественно, у горожан, у руководства предприятий, у их акционеров могут быть различные политические взгляды, различные, так сказать, мнения по поводу происходящих в стране процессов. Но сфотографируй бюллетень, покажи, это не допустимо. Тем более я вам скажу так, что это речь идет не только о предприятиях Криворожских горно-металлургических, но в частности это идет еще речь и о предприятиях, принадлежащих компании ДТЭК в Павлоградском районе, в Днепропетровске. В частности, подобного рода случаи они имели место быть на Днепропетровской теплоэлектростанции. Поэтому мы это все отслеживаем и по этому поводу будем принимать соответствующие меры. То есть люди имеют право голосовать за кого они хотят, когда они думаются, но эти вещи будут пресекаться. Либо в случае, если их пресечь не удастся, то в будущем, тем не менее, все равно будут приняты соответствующие решения о том, что процессуально. И третий вопрос, который я хотел поднять, это вопрос, связанный с тем, чтобы участники избирательного процесса не имели равный доступ к средствам массовой информации. То есть я прекрасно понимаю, что вы представляете, может быть, издание с разными направленностями, у вас, опять же, может быть разное мнение по поводу каждого из кандидатов, но, знаете, есть как бы общие тенденции, и достаточно горько и неприятно наблюдать о том, что в первую очередь, например, освещается деятельность там, группы людей, которые имеют отношение, например, к уважаемой фамилии. Все остальные как-то кандидаты особо проходят мимо. Более того, я не скрываю, у меня было 2 или 3 разговора с руководством телекомпании «Удан». Я не знаю, здесь она присутствует или нет. Присутствует, да. И я просто хотел сказать следующее. То есть, смотрите, город Криворог, город особенный. Город сложный, город, который занимает, так сказать, в жизни Днепропетровской области абсолютно отдельную роль. Город очень уважаемый, поэтому в нем есть разные политические силы. И опять же, не хотелось, чтобы, например, коммунальные СМИ, которые по нашему глубокому убеждению принадлежат всей территориальной громаде, например, рассказывали о деятельности исключительно одной политической силы, или, например, рассказывать о деятельности людей, связанных с одной уважаемой семьей. То есть нам бы хотелось о том, чтобы приворожане видели всех. Правых, левых, белых, черных, и все разуромалиновые, которые за оппозиционный блок, которые против и все остальное. А когда информационная политика имеет перекос в соответствующую сторону, мы считаем это, ну, как минимум, неприемлемым, а с другой стороны, морально некрасивым. Поэтому, опять же, у меня большая к вам всем просьба. Журналисты – это вообще отдельная каста, я вам скажу так. Я рад видеть всех своих коллег, я 5 лет имел отношение к журналистам. Я понимаю, что на них нельзя давить, их можно только убеждать. У меня большая просьба к вам всем, пожалуйста. Вы должны просто в том числе понимать моральную ответственность, которую вы несете перед страной, перед Кривым Рогом и перед жителями его населения. Поэтому большая очень просьба. В избирательном процессе не иметь избирательного процесса. Понимаете, да, о чем я говорю? Тем более, что мне не стыдно вам всем смотреть в глаза. Если вы помните, я являюсь заместителем Игоря Валерьевича по внутренней политике и по информационной политике. И никогда не было такого, что мы вызывали кого-то, топтали ногами, кричали, этих показывайте, а этих не показывайте. Или делайте так, а не делайте это. То есть мы всегда к прессе и к свободе слова относились очень дружественно. Но почему-то, когда у нас пришли парламентские выборы, у нас, к сожалению, в городе Кривой Рог почему-то произошел информационный перевод.
почему, вы каждый должен знать. Вот такие как бы основные моменты, которые я хотел донести до вас. Мы это все обсуждали, опять же, с руководством города, с правоохранительными органами и с руководителями бюджетных предприятий. И я вам скажу так, выборы закончатся. Я не знаю, попадет ли в парламент оппозиционный блок, или попадут ли какие-то кандидаты, которые, знаете, уже тянут за уши. Вот. Они не тянутся, а их тянут. То есть их в окно, а они в двери. Или в их двери, а они в окно. Но просто вы все должны понимать, что 2005 года не будет. И рано или поздно, как бы все, кто будет принимать участие в фальсификации, все, кто будет принимать участие в административном ресурсе, в подкупе избирателей, они понесут соответствующее наказание. Кто понесет наказание кадровое, кто не понесет наказание, условно там, процессуальное, в зависимости от тяжести вины. Поэтому давайте мы на этих выборах проголосуем честно, каждый за, так сказать, своих кандидатов, каждый за свою политическую силу по своим, так сказать, внутренним убеждениям, но, тем не менее, это три месседжа, которые я бы хотел донести до общественности и до жителей города Кирова. Вот и все. Это то, о чем я хотел с вами поговорить. Роман Валерий Петрович, председатель общественной организации движения «Справедливость Горьковска». Ну, еще и ко всему прочему, кандидат депутата под Гастаром округа. Вопрос такого плана. Дело в том, что уже запущен механизм, особенно вот госпожа Касымова, которая по еще событиям зимы, когда она устраивала здесь антимитинги, антимайданы. Областной прокурор Фелик определил, что она одна из организаторов антимайдана 29 января у стен горосполкома. До сегодняшнего дня никаких мер в отношении не принято. А господин Маляренко отвечает, что ничего такого нету, и вообще там все хорошо, все прекрасно. Мы сейчас ставим вопрос уже перед прокурором, нужен ли такой прокурор области, если он ничего не видит, когда антимайданы образовывались. Но, учитывая, что она имеет должность начальника управления образования, она продолжает это же самое делать, антимайдановские действия. И сейчас все учителя, которые, будем так говорить, будут или работают сейчас в школах, они получили команду. Ту партию, которую вы называете, и тех должностных лиц, которые поддерживаются одним безработным, который якобы они находятся у него в команде. Не буду его тут пропагандировать. Дальше, кроме всего прочего, червоный гирный, вы правильно подметили, только 9 октября в отношении одного из чиновников 9 сообщений в одном номере за 9 октября. Последующие еще больше. Он у нас, оказывается, и за медицину отвечает, за образование, за снабжение армии и так далее. Так уже механизм запущен. Что мы сейчас можем сделать? Ну, я, допустим, сделал по своим ЦК обратился там. Центральная избирательная комиссия. Да. По поводу этого товарища две жалобы. Дальше. Там далеко Киев, а Кривой Рог здесь. И учителя боятся сказать что-то против них. Они говорят, нас же уволят с работы. То же самое медицина. Самое интересное, что в штабы, не буду называть, как это называется, партия, но определенного цвета она имеет, собираются председатели домовых и различных комитетов по всем районам нашего города от имени якобы районных исполкомов, и там проводится конкретная работа с ними. То же самое с советом ветеранов вот, и так далее. Уже этот процесс идет, и это делается не письменно, только устно. Так вот, вы сейчас говорите, обращаетесь ну, буквально за 3-4 дня до выборов, а они этим занимаются уже 2 месяца. Я понимаю, после выборов, так сказать, будет разбор полетов. Но сейчас как быть, когда люди оболваниваются каждую секунду? Я же не говорю там за Рудану, за Криворожки, там эту газету коммунальную. В маршрутке невозможно зайти. Обо всем говорят, называют конкретно фамилию. То есть вы правильно сказали, Кривой Рог это действительно, как было у нас место, которое не, здесь Конституция не действовала в Украине, так оно и не действует. Спасибо. Я понял, отвечаю. Ну, смотрите, естественно, наверное, я хотел бы принести вам извинения за то, что как бы приехала действительно за неделю до выборов, а не раньше. И скажу вам так, что все равно лучше позже, чем никогда. Это раз. Я надеюсь, что это достаточно жесткий разговор, и люди просто как бы, как минимум, задумаются и как минимум сделают соответствующие выводы.
к сожалению, ну это понятно, это не может звучать как оправдание, но я вам скажу так, было две причины, почему мы этому не уделяли внимания. Первая причина заключалась в том, что, к сожалению, все эти месяцы, которые мы находимся у руководства области, 90% времени пришлось заниматься вопросом войны и мира. Понятно, да, когда ты по 16-18 часов занимаешься вопросами обороноспособности, для того, чтобы эта зараза не расползлась как бы везде и дальше. То есть другие вопросы, к сожалению, уходят на второй план. И вторая причина заключается в том, что, знаете, как я вам скажу, вот у нас была все-таки определенного рода иллюзия, что некоторые товарищи, они все-таки, знаете, сделали вывод. Но мы теперь поняли, что это действительно иллюзия. То есть выводов никто не сделал. То есть уже, знаете, и как бы в стране ужас происходящего, его невозможно даже объять, я не знаю, там, разумом, пониманием, все. Они все равно вам не захотят. Но я вам скажу так, я все равно, как бы, во-первых, по жизни оптимист, а с другой стороны, всю жизнь я занимался историей, философией. Я понимаю так, что процессы, условно, глубинного сдвига исторического, их изменить невозможно. Поэтому даже если они, я не знаю, там, не то что в маршрутках, не знаю, будут, не знаю, будут из холодильника выпрыгивать, то все равно так, как было раньше, уже не будет. Поэтому что я могу просто посоветовать? Вы знаете, у меня очень много было приворожан, приезжало с визитами общественников. Самооборона, Евромайдан. Я не знаю, есть у вас тут такой деятель, господин Штефан, там. Я как бы не буду давать как бы оценки, хорошие, плохие, разные, все остальное. И каждому из них я говорил одно из вас. Пожалуйста, уважаемые активисты города Кривого Рога, объединяйтесь. Почему нам в Днепропетровске удалось создать на базе 28 общественных организаций единый кулак и единое ядро? И мы в том числе в огромном количестве вопросов оперлись на обычных людей. Начиная от вопросов снабжения армии, волонтеров, помощи раненым, мобилизации и прочее, прочее, прочее. Грубо говоря, общественные активисты подменили в обладминистрацию целые департаменты. А в Кривом Роге так. Одни идут в одну сторону, другие идут в другую сторону, третьи идут в третью сторону. Каждый приезжает друг к другу, жалуется. Те более майданисты, те более майданисты и все остальное. Сколько раз я собирал, сколько раз я как бы уговаривал и все остальное. Но это как бы проблема. Поэтому смотрите, опять же, жизнь не заканчивается. Я вам скажу так, вот у нас разговор такой вот как бы домашний, семейный. Я вам скажу так, вот мы сидели и рассуждали, вот, и условно там один из руководителей госадминистрации сказал, ну смотрите, вот в случае, если в Кривом Рогу произойдет ситуация наглого реванша, это будет просто уже повод заняться после выборов Кривым Рогом вплотную. И реально люди, которые сейчас, натянув себе на голову каску, как вы говорите, бегают везде, там всех собирают, кошмарят и все остальное, они просто привлекают на, так сказать, свою больную голову проблемы в том плане, что все равно весной будут местные выборы. Просто к этим местным выборам весенним, грубо говоря, в Кривом Рогу просто произойдут кардинальные изменения, как они произошли в Днепропетровске. То есть вместо того, чтобы идти в поле какого-то консенсуса, диалога, я не знаю, там еще чего-то, в силу там личных амбиций, недопонимания ситуации, там, надежды на реванш, я не знаю, еще чего-то, то есть все равно вот эта старая матрица, она как бы используется. Ну посмотрим, жизнь не заканчивается. То есть, грубо говоря, если это произойдет, а мы же будем видеть по цифрам, вы же понимаете прекрасно о том, что все равно, когда будет соответствующие принятые решения Центральной избирательной комиссии, будет понятно, где запросим. Будет понятно, почему, допустим, там в одном месте проголосовали так, а в другом месте, например, на спецучастках вот так. И потом, если будет вот так, то кто-то просто-напросто лишится работы, понимаете? Поэтому эти выводы все будут сделаны, и, соответственно, кто будет делать вот так в больнице или где-то в СИЗО, ну, просто он должен будет понимать, что на самом деле могут быть вопросы. Вот так. Пожалуйста. Разрешите. Иванченко, Инна, редактор газеты «Кривой Рог» вечерний. Борис Андреевич, нужно смотреть не только на облазь, которая в Кривом Роге, нужно смотреть еще на те коммерческие структуры, которые, мне кажется, абсолютно незаконным способом
имеют наружную рекламу. Ведь это ненормально абсолютно для всех кандидатов, я тоже кандидат. Это ненормально, для всех кандидатов должны быть равные условия. Но когда к ним обращаешься, это самое дом, это агентство, которое дом, в их отношениях там находится, с семьей или с приближенными семьей. Они даже закрыты вообще, только по телефону, по мобильному договору. Ни единого нет. Я зарегистрирована по жесте 10 октября через суды, но не то, что там малая какая-то форма приходит, даже какого-то несчастного ситуации не возможно. Хотя все должны быть одинаковой возможностью. Это первое. Мы должны посмотреть законность нахождения коммерческой структуры. Правильно ли они имеют эту наружную рекламу? Первое. Второе. Вы считали за эти аспекты? Эпический разговор в интернете выдернут из контекста. То есть он же на самом деле будет живя другом. Понимаете, да? Да? А я вот просто с руководством только что разговаривал, не, ну как, вы же понимаете, это ж нехорошо, там, замгубернатора, командую. Борис Альбертович, если на самом деле такой разговор был, я бы первая делала то, о чем там идет в этом разговоре. Спиливать все бигборды, наверняка они все незаконно находятся. Днепропетровск, я помню, где там весной у вас там было, вы поспиливали все личные бигборды, которые, наверное, там и трех других таких полно. Это нереально много. На одну ферму, на две фермы, сколько она несущая реклама. Это приворожан, это даже не то, что мнение там нас. Это мнение вашей руки. Спросите людей. Знаете, я вас услышал. Они тоже самое говорят. Я не думаю, смотрите, я вам скажу так, и может для вас это даже будет неутешительно звучать. Но я скажу так, что мы с вами как бы в одной, в том числе, ситуации находимся. Ну, понятно, звучит смешно, но тем не менее. Вы слышали историю знаменитую про 34-й канал, который якобы я отключил, да, которому я якобы перерезал провода, или убил кабель, и все остальное. А Руданию господин Корейский. Ну, как бы, я не хочу комментировать чепуху, но я вам скажу так. Я как кандидат депутат. Это сегодня я замгубернатора на один день вышел. Я как кандидат депутат принес свои документы на 3-4 команды. Мне говорят, да, хорошо, мы их рассмотрим. День проходит, два раза проходит, не рассмотрим. Потом приходит условно там мой представитель, документы потеряли. Ну я утрирую, но тем не менее. Потом их передали в Киев, потом согласовали медиаплан, потом медиаплан и медиаплан. То есть предвыборная кампания идет. В результате как бы время сокращается, на 3-4 канале, кроме оппозиционного блока, нет ни одного кандидата. Особенно идет речь условно о сильной Украине, при всем моем скептическом к ней отношении, на электоральном поле с оппозиционным блоком это одна и та же как бы, политическая сила, поэтому их берут и, грубо говоря, так сказать, определенными методами устраняют из эфира. То есть, а потом, когда у 3-4 канала что-то поломалось, по какой-то причине, я не знаю, какие технические, там есть целые комиссии, лежала Нацрада и все остальное, и все. Начали включать оппозиционных кандидатов. Точно так же про бигборды, я вам скажу так, у меня люди на округе смеются, когда мой конкурент оппозиционного блока и представитель Александра Юрьевича Вилкула фонда в каждом радио рассказывают о том, что им не дают размещать наружную рекламу. Люди говорят, мы выходим, они же висят на каждом столбе. Смотрите, бигборды висят. Да, и все дела. На каждом столбе набережная Победы проедете по Зарине. На Заречном, 12. Люди говорят, ну или мы идиоты, или они идиоты. То есть они по радио выступают, что им не дают наружную рекламу, мы выходим на улицу, садимся в маршрутное такси, и они висят на каждом столбе. Ну зачем же нас держать за идиоты? Поэтому я вам скажу, я хотя даже и замгубернатора, у нас с вами одинаковые позиции. Понимаете, да? Поэтому я сюда и приехал. Можно вопрос? Я не кандидат, я журналист. У меня такой вопрос. Вот сейчас много говорят и много делают для участников АТО. Оплачивают коммунальные услуги, медицинская помощь, выделяют землю. Но среди них есть такие, кто может и сам заработать себе на все это, и еще создать другим рабочие места. Они участники АТО? Да. Да. Они нуждаются в другом. Восстановление справедливости. Восстановление справедливости, я вам скажу, нуждается сейчас вся страна. Нет, очень конкретный вопрос. В 2013 году в нашем в Кривом Роге, на виду всего города, товарищи великие сейчас оппозиционеры уничтожали бизнес предприятия пресса Н. Сносили киоски, шли по беспределу. Сегодня директор этого предприятия, кадровый военный, который добровольцем пошел в зону АТО, командир минометной батареи 93-й механизированной бригады, отбыл в зоне АТО более 100 дней, он ранен,
Вот. И вот он нуждается в этой справедливости. Я просто хочу узнать вот ваше мнение. Вместо того, чтобы давать вот эти льготы и вешать себе за них ордена, чтобы люди голосовали, вот как ваше мнение, должна ли наша власть в этом вопросе просто восстановить справедливость и вернуть ему в пользование вот те малюсенькие земельные участки, на которых стояли его киоски, в которых продавалась пресса? Ведь это еще и вопрос свободы слова. Вот смотрите, я вам отвечу, то есть, во-первых, как бы сама, извините, постановка вопроса, она несколько неправильная, то есть ее нельзя ставить на противопоставление. То есть это не, вопрос не может быть контроверсивный вместо того. То есть в любом случае участники АТО должны получать соответствующие льготы, выплаты и прочее. Я не буду как бы комментировать, зачем это делает исполком, как бы с целью привлечения избирателей или потому что они считают это правильным. Ну то есть я считаю, наверное, это правильным, и любой участник АТО имеет право на получение соответствующих льгот, выплат и прочее. А что касается ситуации, которую вы говорите, ну ее, естественно, нужно решать, но я думаю, что это вопрос, который имеет отношение вообще к правилам ведения бизнеса в городе Кривой Рог, а не просто к тому, что это участник АТО или не участник АТО. Я думаю, что в такой же точно ситуации или в аналогичной были многие из средних и мелких предпринимателей города Кривого Рога. Когда все, грубо говоря, складывалось в один карман и запускалось через узкое оборочко. Вот так. Поэтому, ну я вам скажу так, что в принципе для нас вообще участники АТО и боевых действий, это, ну я не знаю, то есть это наш моральный долг, и мы каждым из них занимаемся индивидуально, то есть в случае, если, грубо говоря, человек там появляется в поле зрения с какими-то своими жалобами, претензиями, мы чуть ли не даем ему своего куратора индивидуального. Поэтому, если хотите, вы можете как бы мне оставить телефон, и мы с человеком свяжемся, чем сможем, поможем. Но это вопрос другого характера. То есть это не связано именно с ним или с АТО. Просто в Кривом Рогу, к сожалению, я так понимаю, это встречалось повсеместно и очень часто. Ну, да. Еще такие вопросы. Первое, по поводу выборов. Значит, есть информация, что исполкомы на все участки распределили по одному своему представителю в день выборов, которые будут ежечасно собирать информацию о ходе выборов и докладывать в исполком. А им эту информацию должен давать председатель участковой избирательной комиссии. Мы в мае месяце, Майдан, я член тоже Майдана, вот Крыжов Александр Владимирович, председатель его, мы провели такие рейды по Центральному Рискову Дзержинскому рынку, когда были президентские выборы. И они 100% подтвердились. То есть сидят, докладывают и так далее. Незаконно, неправильно, ссылается, что мы тут девочка с высоких каблуках будет ликвидировать аварию там, водопровода там, или электричества и так далее. То есть это агенты местной власти. Зачем непонятно. Да, но тем не менее они это делают. Все же понимали, что это смешной. И тем не менее, даже распоряжение есть. Председателя исполкома, что нужно сделать, выделить туда людей. И распределить их по каждому часу. Второй вопрос, который я хочу задать. Значит, связанный с ребятами, которые в АТО, в частности 40-й батальон. Мы вчера говорили там на молебне по поводу того, что его то расформировали, то сформировали и так далее. Какие-то были события в Иловайске, они остались живы. Попали в плену или вышли оттуда без плена, но они остались живы. Расформировать воинскую часть за то, что солдат оказался живым, это выше всякой общего ума. Ну я... как, неправильно, если сейчас 40-й будоражит о том, что какая собирается расформировать. Давайте мы с вами, Борис Альбертович, раз и навсегда решим, что если это 40-й батальон Кривбас, то давайте будем решать эти вопросы с криворожанами. Не с одним человеком, а с общественными организациями. Кстати, мы обращались на имя Коломойского с заявлением о создании штаба обороны, куда вошли офицеры, профессионалы по разным направлениям. Такое письмо мы отдали еще 10 дней назад. К сожалению, не временно исполняющий обязанности зама Олейника, вот, не его помощники этот вопрос не решили. Давайте докладываю, смотрите. Ну, первое, как бы вопрос не по адресу, но тем не менее я вам выскажу свое мнение. То есть, первое, то, что я хотел бы сказать, что для нас всех, и в частности для Днепропетровской областной государственной администрации, имя батальона Кривбас реально свято. Это не пафос, ничего. То есть, и мы очень много помогали батальону Кривбас, и это имеет очень большое значение, не только условно там военное, но и патриотическое, и воспитательное, потому что Кривбас всей стране, всему миру показал, что он не Донбасс.
Поэтому однозначно по поводу батальона Кривбас и отношения к нему, ну, я еще раз повторяюсь, то есть имя батальона Кривбас свято. И естественно, вот у меня только что была встреча с ребятами, с ветеранами, они подходили с вопросами. Вчера ко мне подходили с вопросами по поводу денежного довольствия, невыплаченного и прочего. Почему вопрос не по адресу? Он заключается в том, что это батальон, который находится в подчинении Министерства обороны, и соответствующие решения будет принимать оперативное командование группы «Юг». Но при этом, естественно, почему я сказал, что у вас чуть-чуть неправильная информация, решение о расформировании или не расформировании батальона принимается не по той причине, что он попал в окружение под Иловайском, а по той причине, что, насколько я слышал, там есть определенного рода проблемы с командой. То есть, я не хочу это комментировать, я ж не знаю. То есть, я как бы не знаю этой подноготной, но я вам говорю, насколько я слышал. Ну, нельзя снимать расформированный батальон, если командир не тот. Поставьте другого, батальон оставьте. Что это за мера? Командира снимают и батальон оставляют. Ну, насколько я слышал, по состоянию на сейчас, и вот господин Колесник не даст мне соврать, вопрос о расформировании батальона, он не решен, правильно? Нет, ну мы не знаем, кто такой Колесник. Потому что вы назначили куратором, так такого даже понятия нет в армии. Куратор боевой части, извините меня. Ну, смотри, тем более Колесник и прапорщик по званию, а там полковник командует. Хорошо. Как он может друг друга? Правильно, смотри. Это полковник может куратором вот командовать, а не наоборот. Посмотрите, а теперь мы возвращаемся к тому, о чем я говорил раньше. Почему в городе Кривой Рог так, а не так, как в Днепропетровске? Это может Колесник, нравится, не нравится. Он может быть даже не прапорщиком, а не тренером. Но мы его назначили куратором батальона и советником председателя областной государственной администрации, потому что он четко выполнял задачи, на него возложенные. То есть, вот, я же еще раз говорю, вот вам может не нравится, не нравится и прочее. Но мы знаем, что господин Колесник делал все четко. У него к рукам не прилипло ни копейки. Он ездил постоянно в зону АТО. Он отвозил туда то, что передавали из материально-технических ценностей, так сказать, которые мы выделяли в фонде батальона Кривбас. И... А также жители Кривого Рога. Так я же не обсуждаю это. Нет, Борис Александрович, давайте будем о Колеснике говорить после выборов. Нет, а причинятся Колесники после выборов. И мы отвечаем на вопрос. То есть, вот смотрите, то есть, вот, как бы, ну, опять же, вот, вы сейчас вот, вызываете у меня, как бы, ну, как вам сказать, то есть... Как... Раздражение. Нет, не раздражение, то есть... Я вам скажу так, контроверсивные как бы фразы. То есть поймите правильно, то есть вот вы сейчас мне говорите, мы хотим, чтобы куратором был какой-то полковник. Прекрасно. Мы можем, как бы, чтобы этим куратором был полковник, но тем не менее мы должны человеку доверять, и мы понимаем, что он будет выполнять верные задачи. Поймите правильно, ну есть такая хорошая поговорка. Кто как бы платит, тот девушку и танцует. Понимаете? То есть, грубо говоря, мы не можем тратить на снабжение батальона Кривбас миллионы гривен, а при этом к нам будет приходить общественность и говорить, мы этого куратора не хотим, а хотим вот этого, потому что этот нам не нравится, а хотим вот этого. То есть вот в том числе я возвращаюсь к чему? К проблеме города Кривого Рога. То есть если вы не хотите принять даже Колесника, хорошего, плохого, мне не важно, то точно так же, как вы можете выступить в том числе единым фронтом, грубо говоря, там, против соответствующих политических сил. То есть вы меня как бы не раздражаете, но вот сейчас даже в вопросе как бы Колесника у нас это, знаете, как лакмусовая бумажка или 40-го батальона. Поэтому вот у нас по общим как бы с вами вопросам мировоззренческим позиция совпадает по поводу этого батальона. Но я уже вот только что и ребятам ветеранам сказал, но это вообще ситуация с батальоном абсурдная. То есть можно как-то всем собраться, вам, нам, Колеснику, руководству оперативной армии группы Ю, тому же комбату, который он хороший, плохой, я тоже не хочу его обсуждать, и поставить жирную точку. А, к сожалению, героический батальон все пытаются раздергивать на куски, еще и на этом пиарится, и, грубо говоря, там, в том числе делать соответствующие там, не совсем хорошие политические заявления, которые используются против батальона Кривбас, я имею в виду заявление господина Гальченко. Да. Понимаете, да? Так он тоже куратор этого, или начальник штаба какой-то. Я понял. Но я просто, смотрите, я не хочу обсуждать, на самом деле, я не думаю, что, условно, там, исполком не помогает, или, я не знаю, криворожай не помогает. Я знаю о том, что была большая, серьезная программа по помощи батальона со стороны Коломойского лично и оба госадминистрации, ее Колесник реализовал надлежащим образом. Все. Поэтому я не хочу тут, грубо говоря, там, забирать у кого-то медали или заслуги, и точно так же никому не хочу их присваивать. Поэтому, может быть, Гальченко тоже в какой-то степени там является условно куратором или еще кем-то. Но то, что с батальоном надо решать, ну это просто смешно, понимаете. Ну,
хлопцы реально, ну то есть герои, а мы просто занимаемся тем, что только все сотрясаем воздух, и я, и вы, и все остальные. Ну давайте соберемся, блин. Обидно. Ну давайте после выборов, я вам обещаю, да. Да. Карпенко Михаил Александрович, я председатель общественной организации «Европейский стандарт». Хотелось бы вернуться к разговору относительно единения и правопорядка, который, собственно говоря, импонирует тем, про которых вы говорите, что они, ну, когда-то думают. То есть у нас получается сегодня очевидная плохая работа органов, которых, до полномочий которых значит, входит именно выявление нарушения законодательства. Но на сегодня у нас очень много фактов, которые работники милиции, значит, уголовные дела, может, и пооткрывали еще по полгода назад, подбирали показания уже по уголовному делу, и до сегодня в суд не пришло. Почему? Потому что, опять же, единение в тех кругах. То есть деньги проплачены, может быть, какие-то другие, но каких-то фактов, которые могут затянуть передачу в суд, отсутствуют. Такая самая ситуация у нас с прокуратурой. Точно такая самая ситуация. У нас есть процессуальные керівники, которые прокуратура смотрит за работниками милиции и вместе прикрывают действия тех людей, которые у нас сегодня при власти. И при этом, как ни парадоксально, ну, принимая во внимание ваши ответы, как ни парадоксально, обладминистрация, которая до полномочий которых все-таки входит реагирование на такие вопросы, абсолютно никак не реагирует. Как вы вот смотрите на такую ситуацию именно с работой наших милиции нашей Криворожской и Криворожской прокуратуры? Ну, смотрите, что входит в полномочия реагирования? Вы прекрасно понимаете, что областная государственная администрация является политическим органом. То есть она не является надзорной инстанцией над милицией, она не является надзорной инстанцией над прокуратурой. То есть мы можем только политически реагировать. Если у вас есть какой-то конкретный случай, то вы, пожалуйста, его пригласите, и мы вам в этой ситуации поможем. То есть поймите правильно меня. Знаете, почему у нас все получается? Знаю, конечно. Не, они не знают. Потому что мы люди дела, а не люди слов. То есть вот я просто, знаете, вот когда ко мне приходят, говорят, я говорю, вы задачу ставьте. Вы поставьте задачу, мы ее поможем. А просто обсуждать о том, что в стране все пропало, ну, мы это все знаем, понимаете? Пожалуйста. Разрешите. Наталья Івашкевич, «Просвіта», вчителька 54-ї школи. Надіюсь, вибори пройдуть, і виберемо достойних, і війна закінчиться, ми переможемо. І ми згадаємо про дітей. Моя школа знаходиться на території Дубової балки, де колись Олександр Поль відкрив залізну руду. І зараз вона знаходиться під загрозою закриття. Пані Касимова і пані Берлін взялися 27 серпня закривати нашу школу під приводом перевезення учнів. Одних в 52-ту школу нашого району, інших в 51-ту Саксаганського району. Звернення в прокуратуру, до президента, в обадміністрацію тільки наштовхуються на відписки. І ми чекаємо, що 26-го будуть вибори, а після канікул нас на автозаках розвезуть по цих школах. Врятуйте нашу школу. Ще раз скажіть, яка школа? 54. Оту листівку, що я вам дала. Жовтневе. Ото в контексті тої школи. Розвішували. Ще раз, ви директор школи? Я вчителька. Поки я тут була у вас на зустрічі, вже завідуюча району за наказом Касимової приїхала, подивилася розклад. У мене сьогодні два уроки. Хотіла мене вже звільняти за прогули. А як ваша фамілія? Івашкевич Наталя Володимирівна. Уже вона розклад подивилася. А Касимова та, яка антибайдарка? Так, я вам написав. Касимова, чи не і вже розклеїли по всьому большевику Володимирівна. Борис Альбертович, к вопросу о выборах хочу вернуться. Вы просите ставить вопросы, но тут не вопрос, а возможно и помочь вы в этом вопросе не сможете. Но сам факт, что мы об этом говорим, возможно, поможет решить эту проблему и прекратить. Первый вопрос. Все криворожане согласятся, столбы в городе обклеены безобразным скотчем с рекламой оппозиционного блока и команды Александра Вилкула. Насколько я понимаю, в любом городе оклейка столбов – это запрещено. Первый вопрос – как с этим можно бороться и может ли область на это как-то повлиять? И второй вопрос – формирование комиссий, избирательных комиссий.
по примеру, я тоже кандидат по 32-му округу, приходит от нас человек в комиссию, и после первого заседания отказывается вообще принимать участие. Моральное давление, то есть составить акт о чем-то, о каком-то нарушении, нет повода. Но человек тут же отказывается. На следующий день из этой школы прибегает ко мне человек: возьмите меня в эту комиссию от себя, бывший регионал. То есть моральное давление на членов комиссии от оппозиционных, для Кривого Рога оппозиционных, от демократических кандидатов идет моральное давление на членов комиссии для того, чтобы сформировать свой кружок по интересам и, возможно, фальсифицировать в дальнейшем выборы. Как можно... Можно я отвечу вам вопросом на вопрос? Можно мне вообще объяснить, ну, так, грубо говоря, я же не криворожанин, почему вообще в Кривом Роге такое большое количество демократических кандидатов? Вот, например, на очень правильный вопрос. То есть, вы знаете, вот, ну, как бы вот я сам же иду кандидатом. Вот, много демократов. Под меня, допустим, не потому, что я там страшный замгубернатора. Под меня просто взяли и снялись и представитель Батьковщины, и представитель Народного фронта, потому что они прекрасно понимают, потому что они не проходные, но при этом они в совокупности у меня оттягивают порядка 12% голосов. Мы пожали друг другу руки, подписали политическое соглашение, где я обязался в том числе их избирателей как бы использовать наказы и, так сказать, все. А вот у вас получается 32 округ, там, насколько я слышал, идет очень хорошая женщина Инна Рупа. Это из каких соображений очень хорошая женщина? Ну, это хорошо. Она может быть неплохая женщина, она может неплохой специалист. Я с ней лично не знаком, но я могу сказать так, что у нее, в принципе, я так понимаю, достаточно высокий, я что у нее не гитил. У нее достаточно высокий как бы рейтинг проходной, правильно? Нет, большой рейтинг. Можно я больше шанс? Дайте это говорить. Больше как бы шанс. Точно так же, опять же, я не имитирую за господина Колесникова. Но я считаю, что, допустим, по 33-му округу у него тоже шансы достаточно высокие. А реально у него там сколько? 15 или 20 кандидатов всего. Правильно? 17. Ну не у него, а на 33-м округе. На 33-м округе, правильно, да. И на 32-м и все остальное. То есть вы, вот я вам честно скажу, как бы, вы когда говорите формировать избирательные комиссии, регионалы, а вы разговаривали там с Рубан или с другими демократическими кандидатами? Вы согласовали какую-то консолидированную позицию о том, каким образом противостоять или нет? Собираемся. Уже есть предварительная встреча о встрече на эту тему, но не с госпожой Рубан. Не Рубан, я не знаю, там еще да. С Ивановым. Потому Кривой Рог отличается. А Батьковщина, Народный фронт, это у нас всегда были партии под партии регионов. Это я знаю, и оно так и продолжается. Поэтому говорить о кандидатах от этой партии, как о демократических кандидатах, это глубокая ошибка. Я знаю, что они как бы всегда были, так сказать, наводнены коллаборантами. Для Кривого Рога это известная ситуация, да. Они не демократические кандидаты, это точно. Нет, не оратора, что делал. Как мы можем садиться за микрофон Кривого Рога? Да, пожалуйста. Можно задать вопрос? Значит, я хочу поднять вопрос о наших рынках. Мы будем говорить, власти нашего города на нас, ну, грубо говоря, наплевали. Когда мы подали заявление в прокуратуру о том, что наши ролеты соцгородского рынка, мы требуем, чтобы наши ролеты, которые купили мы за свои деньги, и на которых висят инфекционные номера, которые перешли в собственность рынка, мы требуем, чтобы они нам их вернули. На основании чего? Потому что мы заплатили деньги, мы покупали эту землю, мы ставили прилавки на эти. У нас очень большая гвардия рабочих, которая остается сейчас без рабочих мест. И мы требуем... Мы написали заявление в прокуратуру, мы написали заявление в милицию. Нет этих бумаг вообще. Как получается так, что милиция, в которой есть охрана, замки, сейф и все остальное, как оттуда могли пробрать наши документы? Почему нет? Кому можно обратиться лично, чтобы поговорить над этим вопросом? Это, я считаю, что это вообще коррупция конкретно. Значит, на одних рынках, вот, где Миша торгует, значит, ролеты ставят бесплатно, нам ставят ролеты платно, из нас еще берут такую мзду. Смотрите. Мы хотим еще отказаться от охраны, которую они нам навязали. Мы не имеем права. Давайте определимся первым форматом нашей встречи. У нас, к сожалению или к счастью, у нас же не прием граждан. Поймите правильно. То есть у нас как бы пресс-конференция. Я понимаю, что много накопилось вопросов. Я вам дам свою карточку, можете ко мне обратиться, но после выборов.
Потому что, понимаете, я вот очень много встречаюсь как бы с людьми, и мне говорят, вот, у меня ограбили квартиру, я написала заявление в Жовтневе РОВД, ни Кривого Рога, ни грабежовцев, а милиция не приехала. Я говорю, я все понимаю, я зам губернатора, я как бы писать к власти, мы за все ответим. Так это коррупция, где документы? Ну, уважаемые, вы видите, у нас пресс-конференция. То есть, если мы сейчас перейдем на рынки, так сказать, торговые места, незаконную торговлю, все, мы как бы отсюда уже просто не выйдем с этого кабинета. У нас вообще встреча, пресс-конференция посвящена избирательному процессу. Скажите правильно. Я понимаю, что как бы это шанс встретиться и решить, и задать как бы вопросы, и наболевшие проблемы попытаться решить. Я вам оставлю как бы свои телефоны, вы запишитесь на прием. Поверьте, в мой кабинет за полгода попадали все. И никому, по крайней мере, не было. Здесь в Кривом Роге или в Днепропетровске? Нет, в Кривом Роге у меня нет кабинета. Если в Днепропетровске, нет, ну, я, давайте, если по избирательному процессу, еще пару вопросов, и на этом будем задачу. Это областная прокуратура фондом Олександра Вілкула. Призначено з гуманітарною допомогою біженцям, оскільки банк, куди збираються гроші, зареєстрован в місті Донецьку. Фонд для біженців Кривого Рогу, їх тут чимало, а зареєстрований в Донецьку. Виникають запитання. Багато мешканців про це не знають, і самі ті біженці. І ця гуманітарна допомога була вже роздана в вигляді підкупу виборців цим біженцям ще влітку і продовжує роздаватись. Нещасні вчителі, директори збирають і громадськість міста. Звітів нема конкретних, є тільки в пульсі регіону – тонни, кілограми і так далі. Ми вважаємо, громадські організації, що прокуратура зайнялася цим фондом. І цим конкретно банком. Відомо також від мешканців міста така інформація, що філії цього банка, першого міжнародного в Кривому Розі, є проблеми з виплатами депозитів вкладникам. То де ті гроші? Чи не для сепаратистів вони призначені і терористів Донбасу? Під виглядом біженців. Сообщаю. Тобто, знаєте, я ж як би... Человек объективный, то есть поймите меня правильно, то есть я сюда приехал не с целью, так сказать, военных действий с господином Вілковим или оппозиционным блоком. Поэтому я считаю, что ваша позиция вот именно в вопросе гуманитарной помощи, она, наверное, может быть слегка некорректна. То есть, опять же, давайте говорить, банк, который зарегистрирован в Донецке, это не печаль, это не преступление. Это наша страна, там живут наши люди. И банк, это, знаете, он может быть зарегистрирован, не знаю, где хоть в Горловке, хоть в Луганске, это банковская лицензия. Поэтому у банка есть соответствующие как бы, финансовые операции, и вне зависимости от того, где он зарегистрирован, это не является, и кто является его акционером, это не является, грубо говоря, преступлением или поводом для осуждения. То, что касается непосредственно вопросов гуманитарной помощи, если вы хотите мое мнение, я считаю, что все, что происходит в стране, является до такой степени кошмарным, поэтому даже когда мне вот звонят, говорят, например, фонд Рената Ахметова предлагает помощь, нам брать или не брать, я говорю, значит, а как? То есть понятно, что может быть будут на этом вопросах какие-то там политические спекуляции, или кто-то будет себе зарабатывать политический капитал и все остальное, но вот так сказать, что Вілкул занимается неправильно благим делом. Или Ахметов занимается благим делом. Или банк Донецкий, он финансирует террористов. Давайте обойдемся без штампа, честно говоря. То есть это но проверить надо. Проверить, смотрите, я думаю, что в принципе любой банк, он с учетом того, что осуществляет свои платежи в электронном формате, я думаю, что там видят и проверяют и все остальное. Вот поэтому. Сколько по есть данные, это можно посмотреть на центральном сайте Центральной выборной комиссии, как я эту статистику не слышал. Скажите, Борис Альбертович, поскольку мы с одной предвыборной кампании в другую фактически вступаем, по местным выборам, готова ли облгосадминистрация поспособствовать налаживанию здесь диалога между всеми демократическими силами более активно и действенно, нежели это было перед этими выборами? Отмечаю, ровно на следующий день после этих выборов Днепропетровская областная
Казахстана государственной администрации начнет выделять городу Кривому Рогу особое место. Более того, скажу по секрету, есть очень серьезная вероятность того, что на этой неделе Игорь Сергеевич посидит в Кривом Рогу. Спасибо. Николай Юрьевич Пять, у нас только одна. Или три. Нет, просто я к чему говорю, что я понимаю, что относится сюда, есть хотя бы... У нас склад, конечно, есть склад. А, склад, плачет. Это кого? Гина? Я понял. А где ты? А у вас даже нет. Филипп, когда будем борды? Борды, борды? Не, я не могу. Я у меня почему сейчас занятия есть? Дело в том, что они сейчас не могут встречать, мы там встречаем. А, это... Это про больницу. За больницу, которую... А какой больнице идет? Речь идет о том, что это Сельская больница. Это Сельская Белорусского района. Да, да, да. Но оно на Коломойце, это район Белорусского района. Сельская территория. Что такое Коломойце, это... Это не Ельбург. Я понял, да, это... Коломойце, это... Это имени Коломойца или там? Нет, это будет имени Коломойца. Коломойцев это поселок. Ну, в Криворожском районе. Может быть, сельский. Коломойский из этого поселка его предки. Ну, больница. Кстати, ой, знаете, здесь же нет. Кстати, я хотел бы сказать вот еще. Значит, Майдан неоднократно поднимал вопрос о стратегических объектах Криворога. Сейчас я себе взял. Значит, Вилку, папа, в 11 году дал добро на реконструкцию хлебозавода Червона. Он в сутки давал 90 хлебобулочных изделий. Они его закрыли. И теперь хлеб возят с их хлебозавода. Да, так вот, не дай бог, если сепараторы перекроют дорогу, то Криворог останется без хлеба. И второй момент, площадь перед станцией Кривой Рог, это Червоная. Там решили реконструировать торговую точку возле остановки. Превратилось это в ВТБ. Там было 10 квадратных метров, стало 1000 квадратных метров. И он разместился на этой площади. И больше половины площади оказалось под этим ВТБ. В случае проведения эвакуации или наоборот приема личного состава, потому что эта станция живая, некуда будет выставлять даже технику. Я слышал вас. Ну, по поводу хлебного завода, там же была отдельная программа. И по укрупнению под себя. Нет, ну, а по ну понятно. Вот у Валентина Александровна есть справка с управления юстиции Кривого Рога. А тот же Павлов является членом партии региона. Так телефон напишите, девочки. А он так без партии был. Кстати, Вилку тоже без партии. Он указал недостоверные сведения. Мы когда ошиблись в заявлении, нас не регистрировали. А вот, это чей? Кстати, мы сыны. Два суда прошли. Мою. У кого? У Гречика. Начальника городской милиции. То есть это повод человека с рестораторами? А есть сервис сейчас? Как не можем? Ну да, куда вы сейчас направляетесь? Сейчас, подождите, дайте я подвижу. Сейчас я хочу без прессы, без ничего, хочу возложить цветы к стеле погибших криворожан. Мордов хочешь? А у нас две стелы, Борис Альбертович. Ну, не знаю, куда-то везут, как две стелы, причем это я не хочу, там ни пиара, ни прессы, чего я там возьму. Есть майдановская стела? Есть народная, и ладно. Ну, майдановская не совсем готова. Надо туда и туда. Ну, не важно. А чего? Ну, все, и да, тоже. Сейчас мы русские. Ой, пошли. Давай, Маша, едем. Пошли. Все, добрый, я услышал. Ну, мы это проверим.